Всем привет! Данное видео снято специально для канала «Все о стиральных машинах» и сайта mushmeister.ru. Я хочу рассказать вам, как же постирать покрывало в стиральной машине автомат. Самое первое, на что стоит обратить внимание, это общие рекомендации, да, и состав вашего покрывала. Если на нем есть какое-то кружево, гипюр или там вышивка и так далее, то с такими покрывалами необходимо быть крайне деликатными и стирать на режиме ручной стирки, либо деликатной стирки, да, с температурой не выше 20 градусов, 20-30 градусов, наверное, даже так, и без отжима, либо на минимальных оборотах. Вот, у меня в арсенале дома есть хлопковые покрывала, еще есть, кстати, покрывала из атласных тканей, да, к таким вещам тоже необходимо относиться очень деликатно и подвергать их бережной стирке. Вот. Я хочу рассказать вам те нюансы, с которыми сталкиваюсь непосредственно я в ходе стирки своего покрывала. Оно у меня, в принципе, икеевское хлопковое покрывало, поэтому стираю я его всегда с предварительным замачиванием и на температуре 40 градусов. Ставлю отжим в обязательном порядке, но есть один нюанс, и сейчас я вам его покажу. Смотрите, у меня стиральная машина LG, барабан на 7 кг. Покрывало вроде как совсем небольшое по объему, но тем не менее, сейчас я вам покажу, оно заполняет практически полный барабан. Вот, чтобы было понятно, там есть еще небольшое пространство совсем, вот, но тем не менее, как бы барабан полный. Так вот, ставлю стирку. Я всегда выбираю режим хлопок, потому что оно хлопковое и с ним ничего не будет. У меня здесь стоит сразу 40 градусов и отжим 1200. Дальше я всегда добавляю предварительное замачивание и ставлю режим без складок, то есть идет как такое легкое отглаживание. Хочу рассказать вам та проблема, с которой я сталкиваюсь. Когда покрывало подходит к завершающему этапу, а именно начинается режим отжима, так как оно единое, цельное, да, и мокрое, соответственно, у него очень сильно увеличивается вес. И моя умная стиральная машинка по каким-то причинам не может распределить этот вес равномерно по барабану и напрочь отказывается его отжимать. Постоянно выдает ошибку, и это усложняет, как бы, да, мне жизнь. Что я делаю в этой ситуации? Можно просто для кого-то эта информация будет полезной, потому что я для себя ее выявила не так давно. Я ставлю отжим 400, вот такой вот минимальный, и после того, как у меня отстирает полная программа, на 400 оборотов машинка данное покрывало стирает. После того, как она прогонит цикл отжима, я выключаю стиральную машинку, да, стирка завершена, я включаю ее снова, и уже тогда просто отдельно включаю отжим на 1000 оборотов и еще дополняю свою стирку, да, удлиняю свою стирку на 11 минут. Просто дополнительно делаю еще один отжим. Вот, надеюсь, что мои рекомендации были вам полезны, так что обязательно, если есть бирки на изделиях, читайте бирки, смотрите рекомендованный температурный режим, да, рекомендации от производителя, смотрите обязательно состав ваших тканей, да, изделий. Вот, ну и я надеюсь, что у вас все будет прекрасно и стирка не составит никаких хлопот. А если данное видео было вам полезно, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.